Казахстанские кикбоксеры снова доказали, что им нет равных. На Кубке мира, который в эти дни прошел в венгерском Сегиде, принимали участие более 450 бойцов из 36 стран мира, в их числе и сборная нашей страны. По итогам Кубка мира казахстанским спортсменам удалось стать обладателями первого командного места, имея в активе 9 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые награды. В составе сборной Казахстана выступали 5 кикбоксеров из нашей области. Ранним утром призеров и победителей торжественно встречали на железнодорожном вокзале нашего города. Вся пятерка южного региона вернулась с престижных стартов с наградами различной пробы. Если быть точнее, то в активе ежан 3 золота, 1 серебро и 1 бронзовая медали. Все эти заслуги даются трудом и потом. Ребята показали себя и продемонстрировали свою технику на все 100%. Одну из первых золотых наград принес сборная нашей страны боец 11-й спортивной школы единоборств Нуркен Толегенов. Кикбоксер Юга, выступающий в весовой категории до 51 килограмма, провел на мировой арене 3 ожесточенных поединка и с уверенностью взял первую золотую награду. Первый поединок я провел против венгерца, затем в полуфинале я вышел против российского спортсмена. В финальных схватках я сразился с мавританцем и одолел его. Золотыми призерами Кубка мира также стали Айда Туякбай и Сабира Кожамкол. Серебро и бронза на счету Аяулы Махул и Даниара Адельхана. В июне спортсмены отправятся в Иорданию, где пройдет чемпионат Азии.